Студенты Сургутского педагогического госуниверситета сдают сессию в Нижневартовске. Напомню, что в НВГУ сургутян перевели после того, как Роспотребнадзор лишил их родной вуз лицензии по трем специальностям. Журналисты и дизайнеры в этом году сдают экзамены в столице Самотлора. Собственно, и диплом они получат именно Нижневартовского вуза. Самая большая сложность, по словам ребят, переезд на время сессии в соседний город. В Нижневартовске их поселили в общежитии и обеспечили всем необходимым для успешной сдачи экзаменов. Сегодня творческие испытания проходили будущие дизайнеры. На суд преподавателей они представили три плаката собственной разработки – социальный, экологический и анонс-афишу. Здесь очень развитое вообще обучение, графический дизайн в том числе. И посмотрев работы здешних студентов, конечно, берешь что-то новое для себя. Это обмен опытом. Отмечу, СУРГПУ смог восстановить лицензию. Это значит, что в новом учебном году студенты будут сдавать сессии и госэкзамены в своем вузе, куда поступали. И диплом следующие выпускники уже получат в педуниверситете.